Слава родам. Друзья, тут друг после ретрита, Иван, прислал кружочек. И настолько радостью сердце наполнилось, вот, что я ему когда записывал обратный кружочек, аж слезы потекли. Вот, и решил с вами этим его как бы состоянием поделиться, с его согласия. Привет. Макс, ехала и тупо отклик. Такой отклик бешеный. Сказать, настолько ты кайфовый мужик. Так классно, что я вообще познакомился с тобой. Так четко вообще осознавать то, что ты делаешь, то, как ты меняешь в реальной жизни реальных людей, которые трансформируются за такие короткие сроки. Как это все распаковывается. Ну, я... осознавая на себе, вот как меняется пространство вокруг меня, как меняюсь я, с какой скоростью это все происходит, я просто в ахере, ну, отвечаю. То есть ты гениальный, ну, в своем проявлении. Дай бог тебе всего, сил, ресурсов, процветания, вот всего, что надо для реализации и продвижения этого. Привет, я же это, заслезились глаза, слушал тебя. Вот так вот прям в сердце пошло. Благодарю тебя. Вот, можно я это твое видео использую для ну не знаю, в Инстаграме даже еще. Вот, если ты не против. Хорошо, благодарю тебя, очень класс. Это такое, знаешь... Ну, оно так замыливается время от времени, ну, типа, ну, обычное дело, как бы делаешь, вот. Иногда так из пространства, через таких вот, скажем так, пробужденных светлых душ прилетает, как бы, поддержка. Ну, не то, что там, вроде нет у меня такого, что там мне нужна поддержка, но оно усиливает прям очень. Благодарю тебя. Если, да, если возможно, я... твое видео это использую сейчас в соцсетях. Просто после твоего ретрита, ну, по-другому стали глаза. То есть они такие чистые, кристальные, бездонные, там, ну, прям космос какой-то в них происходит. На темном ретрите я сидел, тоже думал, ну, вот эти все слова, они как-то не подходят вот к тому, вот, что бы я хотел вот выразить или как описать свои глаза. Ясность сегодня ко мне приходит, это слово, ясный взгляд, я, ну, вот, ясность в них появилась. И такое четкое видение вот всего, всех процессов своей жизни, своих действий, своих поступков, своих выборов. Осознание того, что сколько было суеты, лишних движений каких-то, этого распыления на каждые какие-то мелочи, которые абсолютно были не важны и не нужны, но вот эти метания ума создавали такой трешняк, и вот эти глаза, это просто нечто. Тоже там уже, по-моему, минимум 4 человека, кто, глядя на меня, смотрит, говорят, что ты с собой сделал, говорит. Ну, ты такой легкий, ты такой воздушный, такое чувство, что ты просто какой-то невесомый, ты весь светишься, ты такой заряженный. Я такой, целостность, уже 4 человека минимум уже там. Ну, я в кайфах. Ну, я просто понимаю, что... за такие деньги, за такой короткий срок, такой результат, ну, я до сих пор не могу поверить, что это вообще возможно. Ну, то есть для меня это надо было, наверное, всю жизнь как-то прожить там в какой-то терапии, с какими-то разборами, в каких-то практиках, а тут просто 6 дней и все, и кайф мгновенный. После темного ретрита я четко осознал, первое, это я еще у тебя на ретрите говорил, а после темного еще больше это прочувствовал, это то чувство, которое ты напомнил. Это детская беззаботность, когда не надо ни о чем париться, ни о какой работе, ни как заплатить за квартиру, короче, ни что я буду кушать, все есть. Просто нету людей, нету статусов, нету ихней какой-то значимости. Просто из души в душу, из сути в суть. Легкость, коммуникация, взаимодействие. Все исходит из меня. И просто вот эти
вроде бы как и простые слова, но это так записалось глубоко, это так осозналось, это так прочувствовалось, прожилось, и это уже никуда не денется, это прям база. Понимаю, что не у всех такие результаты, кому-то заходит легче, кому-то труднее заходит, но даже то, что вообще есть такие результаты, это для меня это само волшебство невероятное. И, ну, я понимаю, что эти 6 дней это, ну, это настолько концентрат, вот, который прям гениально собирали. Я не побоюсь этого слова, потому что действительно из всех, ну, которые попадались нами, откликались, традиции, учения, там, религии, неважно из чего, там, ну, новых каких-то там и про психосоматику, и нейрофизиологию. Мы просто суть собираем и в эти 6 дней выдаем, и не просто выдаем, как, скажем так, в мясорубку вот, отдаем еще информацию, как это использовать и как самостоятельно работать. Вот, поэтому, Иван, я тебя благодарю за этот такой живой, мощный, прям из момента отклик, не рекламу, не просто отзыв, это не было отзывом, это, да, это просто было, ну, слова благодарности, это чувство. Вот, рад, благодарю очень.